Кроме этого, в рамках заседания коллегии глава Кабмина осмотрел технику, закупленную для мэрии. В частности, были закуплены 11 единиц электромобилей для муниципальной инспекции, которая создана в целях контроля за благоустройством и общественным порядком. Инспекция в своей работе уполномочена благоустраивать, поддерживать чистоту и предотвращать загрязнение атмосферного воздуха, контролировать воздействие транспорта на атмосферный воздух, а также вопросы поддержания чистоты гражданами. Также для муниципальных предприятий закуплено 40 единиц спецтехники и оборудования.